В каком качестве вы будете представлены на поединке Александра Пахтина в Улан-Удэ? Ну, есть предварительная договоренность о том, что я приглашен как почетный гость этого турнира, вот, как товарищ по команде Саши Бахтина. Поэтому с удовольствием принял это приглашение и уверен, что это будет действительно очень большой масштабный турнир. Вот, об этом все говорит, о том, что, во-первых, мы находимся в посольстве Бурятии, во-первых, что заинтересована сама республика на уровне губернаторов и мэров. Поэтому, я думаю, будет классный вечер, шикарный, будет очень много гостей, все будет проведено на достойном уровне. То есть можно говорить о некой популяризации бокса не только в Москве, потому что в последнее время шоу сместилось в московский регион, но и по всей России в том числе. Да, конечно, Бурятия, почему нет? Саша имеет отношение к этой республике, и я думаю, что всем будет очень-очень интересно местным жителям приезд звезды мирового уровня Александра и соперника. Также ведутся переговоры об организации моего боя у меня в Кемеровской области, это Кузбасс, тоже очень далеко от Москвы, но тем не менее люди ждут, шахтеры просто готовы выйти на стадион и порвать любого. Поэтому это здорово, так, это правильные шаги, это поднимает интерес профессионального бокса в России. Насколько самому тебе был по ощущениям принять участие в боксерском шоу, где главным событием, например, был бы твой бой в Кемерово? Ну, конечно, я об этом мечтаю. Мне кажется, каждый боксер об этом мечтает. Я уверен, как только я стану чемпионом мира, мои бои очень часто будут главными. Это здорово. По сути, если смотреть на любой вечер, то зритель приходит, как правило, на мейн-эвент, поэтому на главный бой, собственно. Об этом нужно, к этому нужно стремиться, об этом нужно мечтать.